медиа, представляешь? Сегодня был бы ровно год, как я бросил пить. Если бы я год назад пить бросил бы. Она нефильтрованный юмор. Ё, базар, нет, да, тренят здесь, пацаны. Медю не видели, медю? Вон он там же. Смотри, медиа тренируется. Кто на кану прет? Медя, эй, ты че, ёлки-палки? Сейчас, братан, подождите, двое спрятались. Кана, ты же шаришь вообще, да? Как будет на казахском девственница? Девственница на казахском? Как каз, братан? Че, есть желание кому-нибудь unpacking сделать? Че, конопля, есть желание на раз проверить? Конечно, ты спрашиваешь, что? Слышишь, ты, эй, брат. Ты что, уюбок здесь встал, блядь? Ничего, обосновать? О. Его бить надо. Брат, я же в крайнем случае только бью. Чисто сейчас пообщаюсь. Слышишь ты? Пойдем отойдем на пустую. Пойдем. А, медиа, вот честно признаться, у меня давно мечта есть. Хочу пивнушку свою открыть и назвать ее Уканыча. Ты че, вон, есть уже. Да ёб твою! О, братан! Ассаламу алейкум, как вы? Алейкум ассалам, нормально, как сам? Да, нормально, спасибо. Давно не виделись. Что нового рассказываете? Это какого года уже? Я 89-м человек. У нас разница 2-3 года. Ты что, зачем вот это? Вы, братан. Просто медет давай. Просто на ты и все. А, ну ладно. Свои или что? Да? Просто все, на все. Ты. Все. Так, мне кофе, воду. Ага. Медя, будешь чем? Эй, Медюха! Медведь! Тебе говорю, будешь чем? Ну ладно. Угу. Сейчас, подожди минуту. Медя. Прощай, руки, вот. Я разговариваю. Так, быстро, руки. Алло, да, прикинь. Да, рядом, братишка, медиа, вот. Ага. Ну. Эй, братишка, домой подвези меня, а то пистачки. Я слушай, ужас. У нас разница 3 года. Давай лучше как раньше общаться, на вы. Братан, вот это вот, как дела у вас, что там? А ты уже нереально братишки называешь, ё-моё. Эй, братишка, ты что, попутал, что ли? Все, давай. Мозги не компостируй, поехали. Пожалуйста, ужас. Мужики, пожалуйста. Поехали, давай. Алло, здравствуйте. А здесь вот молодые парни, плюются много. Прям страшно плюются. Ага, быстрее приезжайте, а то скоро все высохнет. Ага, все, быстро прям. И это, за кумовство тоже деньги вы даете, да? Ага. А, все, хорошо, тогда быстрее приезжайте. Я вам по WhatsApp приму. Сейчас адрес кину. Блин, я безумно рад вас видеть, честно, пацаны. А что, все высохло, да? Высохло. С кем разговаривал-то? Да там ничего, ни с кем. Кажется, скоро дождь, да, собирается? Ой, не дай бог, я же машину помыл, ты че? Блин, сплюньте. Не дай бог дождь пойдет, сплюньте. Сплюньте, дождь сейчас пойдет. Ерла, сплюнь, много плюнь. Ага. Так? Абзал. Я же машину не мыл. Ты че, плюнь сейчас? Ага. Мы все ждем. Че ждем? Че? А что это, Ерла, ты что, сейчас на своей не кидаешь, да, уже? Я завязать хочу, по идее. Рано сейчас завязывает, ты что? Рано завязывает, не завязывает, ты что? Шеф, вы что сейчас кидаете, да? Да наплевать вообще. Наплевать? Тогда плюньте. Салам алейкум ва рахматуллах ва баракату. Как ты, мой брат? Чё ты, мой брат? Где ты, мой брат? Где он скат? Мэри Франклинет. Джузен Бен Дэт. Не, ну слушай, Инзаги прям заиграл сейчас в имя, да? Да, я бы не сказал, что заиграл прям. Братан, мне кажется, ехать пора уже. Да нет, ты че, мы же только с первого стола встали. Да не, все нормально, все вкусно, брат, серьезно. Да ты че, только полчаса сидеть, сейчас еще чай будем пить. Мадина для вас там торт испекла. Ты че, яд плод? Ну все, теперь точно поехали, брат. Да не завязывай, ты че, я тебе еще там дымный коктейль сделал. Все, мне ехать пора, серьезно, мне завтра рано вставать. Да какой у тебя завтра выходной, жик? Вот ты торопишься-то. Не, братан, рахмет. Сейчас еще матч же будем смотреть. Ты что там, мороженое, с десертом там, с ягодами. Пойдем кайфанем. Опа. Братан, кажется, не очень матч будет, неинтересный. Да как, это твой любимый Манчестер, Инзаги, Дель Пиро. Да не любимый, реально. Еще вон, Сандухаш нужно какие-то дела делать дома, реально. Да ничего не надо, я уже все сделала. О, видишь, ничего не надо, они хотят с Мадиной поболтать, мороженое покушать. Не, братан, прекрасный вечер, серьезно, ехать надо, завтра на работу. Ну, сам знаешь, смотри, такой вечер упускаешь. Все, Рахмет.
Блин, надо было остаться. Не путайте пук с каком. Ну и чё, как жизнь, как работа вообще? Я же уволился с ГАИ. В смысле, ты в ГАИ не работаешь теперь? Нет, не работаю, всё. Давно? Да, вот уже 2 месяца где-то. Ну и чё дальше теперь? Чё собираешься делать? Да вот думаю, короче, в прокуратуру устроиться. Там же у меня все свои. Прокуратура, это хорошо, конечно. И чё, уже устроился, уже работаешь? Нет, там, короче, приказ еще не вышел. Пока, говорят, не 100%. Присоединись тоже? А не, у меня же там всех знаю, я же 2 месяца. А кого ты знаешь, присоединись тоже? Да? Ай-яй-яй-яй-яй, что за утонченное, что за женственность, да ебаный в рот! Башавалки покупаем, штрафы не получаем. На улице больше не башуй, а бутылочку ты плюй. Мимо не проходи покупай. Салам алейкум, братан. Что там, башавалочка нужна? Что за башавалочка? А ты что, не слышал, что ли? Сейчас же хотят запретить он плеваться на улице в Казахстане. А, да. Ой, блин, что-то на ровном месте бабки не потерял. Ой, чуть не потерял. И чтобы такого не допускать, нужно башавалочку приобретать, братан. Почем? По 100 тенге. Но это сейчас. Когда закон вступит в силу, братан, по пятёре толкать буду. Это сейчас по стольнику. Бери, бери. Ну, да, ну давай, давай, одну, да? Все, бери. А это что за бутылка? А, это для насвальщиков, брат. Это что, сразу полоснуть, короче, тоже удобная тема. Ну давай, мне как раз кент насвай кидай. Все, брат. Ну это по 500 только. Все, смело, все, братан. Все хорошо. Пожавалочки, мама говорила, балами. И вот, братан, через месяц же мне 32. Я вот думаю, где бы днюху исправить, а? Да, сейчас поспокойнее место надо уже. Щеку. За спичками сбегай. Сейчас, подожди, ладно? Сейчас. И вот, брат, на чем остановились? Ну ты место искал что-то поспокойнее. Да, вот, поспокойнее надо, все-таки 32 года. Щеку! За сушняком сбегай. Сейчас, подожди, ладно? На чем остановились? Чина, подожди. Ага. Ты что позволяешь себе щеглом назвать? Тебе 32 года, ты как щегол в магазин бегаешь, ходишь. Братан, вот именно что, в моем возрасте щегол это как комплимент, понимаешь? Я не хочу стареть. А можно я тебя тоже щеглом буду назвать? Нет, тебе нельзя. Щегол! Сюда иди. Вот ему можно. Всякого. Простите, кисец, можно пройду? Да. Колосьё! Как дела, брат? Отлично, сколько лет, сколько сил. Ай-пай-пай. Балашан, давай. Скажи, не извинился, а сейчас. Я же сол, в Астану еду. Молодец, дурсец. Вы знала, куда сам едешь? Я еду, в Шымкент еду. Шымкент? Нет. Братан, Шымкент же в другую сторону. Ты че, попутал вообще, что ли? В эту сторону тебе надо ехать, ты че? Ну как, в эту? Да, туда же. Не сюда, что ли? Да, ну Астанова едет же этот поезд. О, ё-моё. Ё-моё. Блин. Ты воду накидь мне, брат. Хорошо, ладно, давай. Давай, сейчас. Ага. Маки, точно вот дальше, да? Да, в эту сторону, да. Тихо светит! Марат, здорово, Александр! Здорово, Марат, у меня для тебя новый план. Я тебе сейчас покажу этот метод именно для тебя. Для меня? Да, для тебя. Поехали. Все, хорошо, поехали. Сегодня так шикарно выглядите. Спасибо. У вас сегодня как обычно, экспресс-ставочка? Да, сегодня пройдемся по малазийской лиге, крикет. Вот, поставьте, пожалуйста. Ага. Я там выписал. Ну, там немного, всего лишь 113 событий, так сказать. Вот, 530 тенге хочу поставить. Так, у вас выходит 8359 коэффициент. Не маловато ли будет, а? А нет, что вы? Мы же люди не жадные. Тем более лучше, что железобетонно зашла ставочка. Ну все, спасибо. Поставили, да? Можно водички? Бесплатно же. Все, спасибо большое. Я пахнет, Лесина!
Дай мне 500 тенге, не бишь тенге, так полный рот.